Здравствуйте, меня зовут Скромная Елена, и сегодня я расскажу и покажу вам несколько интересных способов, как носить пояса на талии. Для первого варианта нам понадобится узкий кожаный ремешок. Оборачиваем вокруг талии, продеваем в пряжку, поддеваем под низ, еще раз под низ, теперь продеваем вот сюда, поддеваем под низ, поправляем и сюда. Свободный край можно оставить, но в данном случае у нас короткий, его лучше убрать вовнутрь. Готово? Для второго варианта нам понадобится более широкий ремешок. Он предназначен для ношения на бедрах. Но я предлагаю его использовать на талию. Продеваю в пряжку. Оборачиваю. И продеваю еще раз. Готово. Для третьего варианта я предлагаю использовать кожаный шнурок. Оборачиваю вокруг талии, делаю петлю, левый край кладу сверху, потом под низ, сверху и под низ. Нужно следить за тем, чтобы края оставались примерно на одном уровне. Концы шнура завязываю в узлы. Готово. Для четвертого варианта я предлагаю использовать вот такой вот кожный плетеный ремень. И мы будем закрывать пряжку. Сворачивая вокруг талии. Этот вариант очень удобен тогда, когда нет в одежде шлевок и остается длинный свободный край, который некуда спрятать. Мы можем полностью ее убрать. Теперь поднимем. Готово. Для пятого варианта я предлагаю использовать узкий кожаный ремешок, очень длинный. Сворачиваю вокруг талии, продеваю в пряжку, далее под низ. Снова сюда. И обратно. Нужно следить за тем, чтобы бантик был симметричен. Готово?